Как выбрать клубнику на рынке без химии? Полезные советы. Совсем скоро придет летняя пора, и можно наконец-то пробовать сладкую, ароматную и сочную клубнику. Эта ягода является отличным дополнением к десертам и ингредиентам для выпечек. Да и как ни крути, она сама по себе хорошо смакует. Однако возникает вопрос. Как выбрать клубнику в супермаркете или на рынке, чтобы не навредить организму? Мы делимся лайфхаками. Следуйте этим простым правилам проверки при покупке и ешьте на здоровье. Как выбрать клубнику без химии? Специалисты рекомендуют выбирать сухую ягоду однородного цвета без признаков гниения. Если между мякотью и листьями есть расстояние, это говорит, что клубника сладкая, а вот если листья плотно прилегают, то она непременно с кислинкой. Посмотрите на цвет. Чем ярче клубника, тем больше количество химии содержит. В темных ягодах есть пигмент антоциан, который имеет противовоспалительный эффект и борется со старением организма. Лучше не покупать неестественно яркие и блестящие ягоды. Их точно переполняют химикаты. Понюхайте ягоды. Таким образом, мы анализируем качество по запаху. Натуральные ягоды пахнут очень приятно и легко так, что вы услышите их издалека. У ненастоящей клубники будет едва ощутимый запах. Оцените плодоножку. Качественная ягода будет иметь зеленую плодоножку. Если она имеет белую полоску, ее обрабатывали пестицидами. Кстати, клубничные хвостики легко заготавливаются на зиму. Промойте их и высушите на солнце. Затем закройте в чистой и сухой банке. Чай с плодоножками отлично справляется с простудными заболеваниями.